В Индии каждый день люди читают мантры, разные мантры, там тысяча мантр. Но мы для вас привезли некоторые мантры, которые очень читаются популярны, читаются более практичны. И я буду вас объяснить это все. И будем петь, если вы соединяетесь с нами, это будет еще хорошо. А если нет, то вы можете хотя бы хлопать с нами. И это ненадолго, всего на полчаса. Нет, шучу, шучу, 20 минут. На мой... Хорошо. Первый мантра мы будем читать, посвященный Богу Ганеша. Бог Ганеш у нас, он один из известных Бога, который имеет слона головой. И он все препятствия убирает из жизни. Поэтому мы сами первые в индийском любой работе читаем мантра Бога Ганеша. Сейчас чуть-чуть настроим. О, уже у нас музыка появилась. Это инструмент называется танпура. Там всего два нота. До и фа. Иногда соль бывает. Это максимум? Ага, тогда так. Начинаем из ОМ. ОМ – это самый длинный слов в мире, где три. Бог, слова бывает один из строк, два из строка, три. А мы ОМ – три. Начинаем. Слонова голова, который как тысяч солнца блестит. Все мои препятствия убирайте, о Ганеша, я поклоняю перед тобой. Поворачивай. Вакратунда Махакая Сурьякоти Самапрабха Нирвигнам Куруми Дева Сарвакарешу Сарвада Вакратунда Махакая Сурьякоти Самапрабха Нирвигнам Куруми Дева Сарвакарешу Сарвада Вакратунда Махакая Сурьякоти Самапрабха Нирвигнам Куруми Дева Сарвакарешу Сарвада